Всем привет, дорогие друзья, с нами Супермен. В общем, там, я так оставлю без хромакея, но я думаю, так и оставлю, если бы не хотелось бы, чтобы это показывать. И мы сюда посмотрим на тестную песню, называется «Остров сокровища Ритупова 1». И если вдруг ты все смеешься, то напиши комментарий, что когда ты засмеялся, Я обязательно посмотрю и в каком моменте. Напиши цифры минуты и две точки секунды. И то сразу посмотрю посмотрю, в каком моменте остановился и засмеялся. Ну что ж, поехали. Ну конечно, посмотри, только 18 лет. Ну я в 12 лет. Все герои данной драмы, от флибустьера и до магистра наук, сойдутся на краю вот этой ямы, где дебилы живут. Начнется все со старой карты. В итоге кое-кто не соберет костей, а островок, чтобы быть героем, объектом станет дьявольских страстей. Вы кто такие? Get back, motherfucker, you don't know me like that. Остров сокровищ. Здесь, что не страница, начнется лица, луидоров и пиастров сон. Произойдут передряги, погони, драки, кровь, убийства и обман. Из-за клочка вот этой вот на ней изображен какой-то всему виною деньги. Во всем виноват Губка Боб. Все зло, от них ни бегать не видать. За мной пришли. Здесь Александр Яковлевич, обладавший сверхъестественным чутьем, понял, что сейчас его будут бить, может быть, даже ногами. Вот это поворот! Спасибо за внимание. Сейчас, должно быть, будут бить. Убивать. Я ни хрена не понял. Рэдпул окрыляет. Братишка! Здесь не страница, раньше. А где сюда, блядь? Меня нихуя! Хедшот! Моя нифига себе. Совпадение? Не думаю. What the fuck is this? Бляха. Такой, чё, блин? Нихуя! Да ну нахуй! Открой дверь, пакла! Открой меня, господь. Да ладно! Отворяй, собака! Да к соседям звоните. Чуть не надо у меня дома. Смотрите на телевизор. Да вы охуели. Очень смешно, бля. Идите нахуй. Мама криминал. Ну нахер. Я просто заизупил. Нифига себе.
Хватит сиську мять, пора заняться делом. Блин. Начинай только котлетки есть, вот это снимай видео. Давай, что ты там про сиськи? Только короче. А много народу, блядь. Да хуя. Ну что, это якорная стоянка как раз для меня. Сосите вы еще две минуты. Я поживу здесь. Немного. Обчхуй! Раб свиная грудинка и яичница. Два пакетика травы, 75 ампул мескалина, 5 пакетиков диэтиламил лизергиновой кислоты или ЛСД, солонка наполовину наполненная кокаином и целое море разноцветных амфетаминов, барбитуратов и транквилизаторов. Вкусный чай. Вот все, что мне нужно. Ты выёбывайся! Твою мать! Где мои яйца? Не скажи. Я найду тебя, сука, ебаный. Подойди ты сюда, мальчик. Танцы! Пошел ты нахер, козел! И за это будешь получать по 5... А я, блядь! По 3! По 3, пицца, сви! Опа! Нет! Хороший мальчик. Фига твою мать! Все. Не знаю, что сказать, без смеха я удержался. Ну, вообще там было таки неплохо. Да. На этом все, дорогие друзья. Если понравилось это видео, с нами будет Степан. И всем пока-пока.